Гуманоидные роботы становятся все умнее. Они учатся работать, двигаться как люди. И вскоре могут появиться у вас дома. Будущее уже здесь, давайте разбираться. Сегодня в выпуске Figure представила Helix, новый уровень ИИ. Клон Robotics показала жутко реалистичного андроида. А ADNX обновила домашнего помощника. Прошло всего несколько недель после разрыва контракта Figure с OpenAI, и компания уже представила собственную ИИ-модель — Helix. Итак, я хочу попробовать кое-что новое. Несмотря на то, что вы впервые видите эти предметы, я хочу, чтобы вы использовали свой новый ИИ Helix и попытались определить, где, по вашему мнению, им место в сцене, а затем совместными усилиями уберите их. Звучит неплохо? Согласно официальному заявлению, Helix — это Vision Language Action модель. Это означает, что роботы Figure могут не только воспринимать окружающий мир, но и понимать речь, а главное — реагировать на нее реальными действиями. Главное преимущество Helix — точный контроль над движением рук и верхней части тела. Даже стоя на месте, роботы Figure теперь могут выполнять сложные манипуляции руками, делать жесты и работать с предметами. Еще одна особенность — взаимодействие в команде. Теперь роботы могут передавать друг другу объекты и синхронно выполнять задачи. Это открывает путь к использованию таких роботов на складах, в логистике и производстве. Кстати, Figure уже поделилась интересной статистикой. Первый клиент компании адаптировал роботов за 12 месяцев, а второй — всего за 30 дней. Возможно, скоро такие машины начнут сортировать посылки в Amazon или FedEx. А может, даже появится в ближайшем отделении почты. Другая компания, которая активно продвигает гуманоидных роботов — Клон Robotics. Их новый прототип удивляет реалистичностью. В нем тысячи искусственных мышечных волокон и более 500 сенсоров по всему телу. Этот робот не просто похож на человека, он реагирует на окружающую среду, передавая естественные движения и даже имитируя мимику. Технологически это огромный шаг вперед. Но, согласитесь, выглядит это немного... жутковато. Мы наблюдаем начало эры реалистичных андроидов-помощников. Или все это больше похоже на сюжет фантастического триллера? Напишите в комментариях, что вы думаете. Компания 1X обновила свою линейку домашних помощников. Если вы помните их прошлогодний вирусный ролик, робот тогда носил рюкзак, помогал с уборкой и даже махал на прощание. Теперь он научился готовить кофе, стирать белье и помогать на кухне, развешивать картины, чистить окна. А вечером, когда вы садитесь ужинать, он просто может присесть рядом и отдыхать. Роботы, которые раньше были лишь научной фантастикой, теперь становятся реальностью. Сегодня они дорогие прототипы, но как скоро покупка гуманоидного ассистента станет такой же обычной, как приобретение умной колонки? Это были главные новости из мира искусственного интеллекта и робототехники на сегодня. Поддержите канал, ставьте лайк, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Пишите в комментариях, какие роботы вас впечатлили больше всего. Спасибо за просмотр и до встречи. Humans, what have you learned? This is the future.